Это не картина маслом и не роспись по батику. Яркое панно – не что иное, как обогреватель. Настенный, инфракрасный. Включаешь вилку в розетку, и в доме тепло, и глаз радует. Одна из компаний-разработчиков таких тепловых агрегатов предлагает потребителю не только плоскую красоту, но и объемную. В виде шара или прямоугольника, как лампа, например, как торшер, или в виде там детский какой-то обогреватель, в виде какого-то животного, может быть, или еще что-то. Вот. Будет наноситься роспись по стеклу, либо разработанный индивидуальный дизайн, и также, ну, это вот для частных лиц, например. Современный обширный рынок требует от предпринимателей все новых подходов к работе и креативного представления своих бизнес-идей. На круглом столе внедрения инновационных технологий на предприятиях Самары говорили как раз о том, как совместить выдумки инженеров и дизайнеров с потребностями людей и организаций. Это маленький, так по-простому говоря, самолетик, который может летать где угодно, осуществляет до 200 километров, да, сейчас до 200 километров за ним оператор сидит, вот, скажем, здесь будет сидеть и осуществляет контроль, мониторинг поверхности Земли с точки зрения пожаров, прорывов кабелей, нефтепроводов, газопроводов. В Самаре созданы все условия, чтобы малый и средний бизнес беспрепятственно развивался. В регионе успешно работает программа государственной поддержки предпринимателей. 33% рабочих мест в Самаре как раз обеспечивает средний и малый бизнес. Валерия Макарова, Марианна Мирная, Максим Гусев. События.